Экологическая акция «Охранять природу значит любить родину» в Забайкальском крае проводится уже 14 лет. За это время сотни учителей, тысячи школьников и студентов участвовали в конкурсах, ходили в походы, открывали новые экологические тропы, убирали мусор и сажали новые растения. Уверена, что мы с каждым годом, наш Забайкальский край, наша большая родина, будет становиться все краше и краше. Мы с вами будем восстанавливать леса. И в городе Чита конкретно у нас будут цветущие улицы. Региональная экологическая акция объединяет природоохранные и общественные организации, педагогические коллективы. С каждым годом количество заинтересованных в сохранении уникальной природы края увеличивается. Если в 2008 году в акции приняли участие 3 организации, то теперь это экологическое движение поддерживает уже 20. В этом году у нас абсолютно новый еще появился конкурс ввиду такого всемирного пандемии. Он появился новый конкурс, региональный стартап «Мусорнет. Экология. Да». Причем он построен в соответствии с программой Объединенных Наций на 4 уровнях. Что мы можем сделать, сидя дома на диване? Что мы можем делать у себя дома, возле школы и в своем городе или поселке? Поэтому мы всех призываем к активным экологическим действиям. В 2020 году к региональной экологической акции «Охранять природу значит любить родину» присоединились 3500 человек из Читы и 15 районов края. Победителями в разных номинациях стали более половины участников.